Что? А, это он. Я вот на днях смотрел твое видео, чувак. Не то, что я очень крутой игрок. Или вообще херачу всех подряд. Просто я заметил, хочу сказать тебе. Немножко медленно лутаешься. Очень долго, да, стоишь на одном, думаешь, взять, не взять. Может, ты перепутал с кем-то? Не-не-не, я не перепутал. Не перепутал, я тебя смотрел. Короче, здесь вот это есть, это. Не, я сейчас не с этим, с другим оружием. Окей. Если это не ты был, я помню, я с тобой познакомился у Эпикона, да? Срика, да-да, мы с Рика играли. Срика, да. Срика. Да заткнись, придурок. Обычно... Во-во, враги. Да ты смотри, обордевший. Иди к папочке, детка. Вот-вот-вот, падай. Убей, грохни его. Где второй? Здесь, у меня. Убегает, эй. Блин! Чё там, замер? Ладно, я не буду зарейдить. Он в хлам вообще. Да блин, я его, он меня. Давай сюда, быстро. Да-да-да. Там у тебя колышки, давай. Да это наш. Dude, come here. Come on. Это наш, наш. Help me. Thank you. Блин, как же долго. Да не, не хочу. Ну а сейчас придут отсюда. Да, еще рейд. А, другая команда. Я хилюсь, чувак. Раз, сильно. Все, иду к тебе. На крышу давай. Они под нами. Вон, на мне. Где? Мок один. Я робот. Знаете? Я одного тут нокнул. Все. Вот придурок, как быстро лутает. Так, тут есть еще. Сейчас придут сюда. О, мне это. Нужно лайты тяжелые. Тех. Тяжелые трубы. А, еще на мне. Фиолетовая броня. Снял. Снял? Да, да. Можешь пушить там. Я одного видел, правда. Да, 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 их там много. А он там не один, братан. Я сейчас хилю. Хилю. Сейчас с другой стороны зайдет. Уходим, уходим, я во все лоу, уходим. Давай. Не надо отхилиться. Давай сюда. Сейчас с другой стороны зайдем. Как наши поживые. А они здесь. Подожди, мне надо. Я отсюда стреляться буду. Все, готов. Вот урода. Как же снимает эта фигня? Не-не-не-не-не. Один ног. Еще один остался. Он лоу. Красавчик. Ну, колышек не совсем нубас. Если еще не умер. Да он наши отходы, чувак. Ну да, да, да. Мы дамажем, а он добивает. Ну знаешь, это уже тоже неплохой вариант. Ну да, бывает, киллов у нас не будет потом. Есть что-то нормальное? Ого.
Так, держи, я тебе медкит скину, если надо. Не-не-не, у меня все есть. Спасибо, Ага. А, ну все, ладно. Ты еще говори. Угу. Ты тоже. Так. О-о-о. Так. Наконец-то. Ой, блин. Так, ну лайтов. В зоне вроде. Нет? Да-да-да, пошли сюда. Так, лайты бы мне бы еще взять. Ну, ладно. Там лайтов нигде не было. Да мне тоже нужен. Сколько у тебя лайтов? 208. Ну, у меня 230. Там дроп открытый. На две команды не хватит, на одну хватит, на две не хватит. Ну да. А еще 7 у меня для этого ведомый есть. Ну, да. Он грохает как кексик. Блин, как же я люблю ведомый. Вчера впервые в жизни в соло выиграл. Ты представляешь, соло. Да нет, это часто происходит. Последнюю минуту, когда осталось 3 склада, грохаю всех в одиночку, и я сам не знаю как. Я когда в соло играл, у меня максимальный результат был 2500, я за робота... Ой, что, прости. Не-не-не-не-не. Не. Сейчас придут оттуда. Где-то там, да, где-то там война. А пойдемте на край зоны, может, туда подождем их. Сейчас зона закроется. Ладно, пойдем. Чтобы они когда из зоны побежали, чтобы не встретить. А, вот. О, они уже там. Давай, я включаю ульту, пошли, атакуем. Ладно. Ого. Вообще в говно. О, а вот этого не нужно было сделать. Бомба у тебя. Так, главное, чтобы сзади не зашли. Вон. Сейчас сзади придут. Давай пушим сзади. Пусть он пойдем. Пойдем, отходим, да, назад отходим. Обратно. Тут. Come back. У нас плохая позиция, реально. Камбэк. Очень плохая. Да, у нас могут с любой стороны обойти сейчас. О, там дроп есть. Пошли туда, быстро. Зачем? Дроп открыть. Хотя я могу обратно прийти. Давайте. Все равно зона там. Ну, все, тогда пойдем, да, на дроп и туда, вперед уже в зону пойдем. Потому что все равно патронов не так много. Да я не знаю, я рейв просто, наверное, 1% оставил. Как я ее не убил, вообще непонятно. Возьми это. Да, давай. Это мощь, просто я не люблю такие оружия. Здесь не залутан, чувак. Вообще не залутан. Не, наполовину залутан, да. Но сейчас они сюда придут. Сейчас придут, да. Если у тебя лайтов нет, я могу поделиться. Нет, нашел. Нормально, 250, я же взял L-Star, теперь у меня есть. Пойдемте вот сюда, наверх, на high ground. А, вон я вижу лайты, лежат, сейчас я возьму. Все, у меня есть, нормально. Пойдемте вот туда. Зипку можешь туда дать? Куда? Снизу. Туда? Ну или так залезем. Давай вот отсюда зайдем. Я думаю, здесь уже какие-нибудь кемперы сидят в зоне 100%. Пошли. Конечно, в зоне сидят. По-моему, они уже здесь. Так, я вот кого-то я видел или стреляю. Нет? Надо. 4 склада остался. Блин, бывает, что мозг реагирует очень быстро, а бывает так тупишь. Так туплю, что просто... Ого, лайты. Ну-ка постреляться. Звездочки. Так, 4 склада. 3. Ну, пойдем туда, на файт.
Здесь они. Вот здесь. Сейчас зайдет отсюда. Точно зайдет. Где готовься. Или это конец, а не начало. О, закрылся. Там тоже дроп падает. Да ладно, ладно, а что на дроп? Сейчас придет. Придут они. Вон, 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 хилится. Пошли рашить. Да, понятно. Броню снял ему. Он один, что ли, сзади? А, это ты. Все, 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 это... Это одиночка, да? Походу, один сквад, который вот мы тогда не добили, остался один. Все, пошли. Сколько киллов у тебя? У меня 5. У тебя 5, у меня 3. Ну, дэмэджа много. Давай вот туда, этот, зипку, наверх. Я могу и так. Сюда? Же. Ты можешь сюда залезть. Да, да. Ну сейчас они вот оттуда придут, потому что там дроп был, и они открыли его. Ну да, просто лучше сверху сейчас стрелять. Я сейчас закчекну следующую зону. Да не надо, не надо, мы сейчас уже здесь встретимся с ними. Я уверен, что они уже вот. Знаешь, что сделаем? Минутку. Нужно сперва найти их просто. А они здесь уже, да? Да, 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 да. Возле дропа. Они возле дропа. Бля, сейчас нашего положу. Чё, будем атаковать? Давай, пошли в атаку. Пошли. Я сейчас... Где они? А, они наверху, вот здесь. Угу. Вот здесь один. Он в хлам. Крохни его. Я тут держу пока. Я к тебе. Да блин, эти бочки ёбаные. Меня один вообще очень хлам, рейв хлам. Да, я просто ждал их, они, видишь, сверху играли. Я их ждал, пока они спустятся, и я как бы сразу атаковал их. Интересно, сколько у нашего каустика урон? Мне тоже это интересно. 546, ну да. 500, нормально, нормально.